Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге «Великий музей мира» Хулио Антонио Родригес Эрнандес, герои Тарагоны, 1919 год, бронза. Крупнейший испанский скульптор своего времени Хулио Антонио Родригес Эрнандес прославился серией бронзовых бюстов, в которых воплощал национальный характер в лицах и пластике рабочего люда и крестьян, находя типические черты. Каталонский город Тарагона, родину мастера, украшает многие его работы, в том числе Кастильерос, посвященный тем ловкачам, которые в дни национальных праздников устраивают живые многоэтажные башни, становясь на плечи друг другу. Самым известным стал памятник героям Тарагоны, модель которого находится в музейной коллекции в Мадриде. Он был воздвигнут в честь героев, погибших в 1811 году в сражении с наполеоновской армией. Когда статую установили, разгорелся скандал. Общество было не готово к демонстрации обнаженной натуры. Скульптуру так и называли обнаженной. Церковь осудила изваяние. Дабы не пострадала нравственность молодежи, было решено прикрыть его занавесом, поставить часовых и подпускать для обозрения только взрослых. Однако королева Испании Виктория Еухения, супруга Альфонса XIII и бабушка нынешнего короля Хуана Карлоса, во время визита в город пожелала сфотографироваться рядом с памятником. С тех пор он остается открытым. Ну вот такое описание к работе героя Тарагоны, автор Хулио Антонио Родригес Эрнандес, 1919 год, бронза, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.